Друзья, добро пожаловать на GameStasy, зовите меня Джекман, и мы продолжаем проходить Dark Souls 3. Ну а перед началом я бы вас хотел попросить поставить лайк, если вы еще не подписаны на мой канал, то подпишитесь. Что мы будем делать? Мы будем сейчас делать следующее, мы отправимся в Храм Огня и потратим наши души. А у меня, слушай, у меня какие-то новые штуки появились, которые можно продать бабки, нет? Что-то я не помню. А где... А, вот она. Вот, во. Или сначала сходим бабки продадим, что мы там понабирали. Всякие доспехи и тому подобное. А, вот и ты, Пепел. Чем я могу помочь? Продать предмет. Чего? Продать пепел? Что за пепел? Что за пепел? Почему раньше у меня не было такого продать пепел? Ну, давай продадим ей пепел. Я не знаю. Дать пепел гробовщика. Хорошо. Передай мне этот прекрасный пепел. Откуда он у меня? Да превратится сей пепел в силу твою. О! Надеюсь, новые товары тебе понравятся. Новые товары? Она мне сейчас силу даст, что ли, или что? Я что-то я, короче, не понял вообще ничего. Новые товары. Купить предмет. А что, у нее новые товары появились? Выводит накапливающийся яд, лечит отравление. Но мне это нафиг не надо. По крайней мере, пока. Ну да, я все знаю. Ключик какой-то. Ключ от камеры в канализации поселения нежити. Вот, ключ от той двери, где сидит тот чувак с булавой. Ну или с чем там, с огромным таким. Он еще мне сказал, типа, любишь подглядывать. 1500 душ стоит. Думаешь, стоит покупать? Блин, вот этот бы ключ, конечно, купить. Прям так и норовить купить его. Но у меня сейчас денег нет таких. Ну не денег, в смысле душ. Что-то я не особо-то и заметил, что у него что-то там новое появилось. Единственное, что ключик появился. Вот этот вот. Потом. Небольшое восстановление. Так, восстановление здоровья. Это заклинание. Но я не умею в заклинания никакие. Щиты пошли. Щиты. Ничего интересного. Так, давай будем продавать тогда. Что-нибудь продадим. Сейчас мы что-нибудь продадим. Так, это мы точно не продадим. Вот. Палаш. Я им точно пользоваться уже не буду, поэтому я продам. Вот эту дубину я продам. Эту точно продам. Это тоже продам. И вот эту хрень тоже продам. Клеймор я оставлю. Клеймор, двуручный меч я оставлю. Здесь можно ходить как в одной руке с двуручником, так и в двух руках можно двуручник носить. Единственный минус двуручников, это то, что они тяжелые и медленные. Их можно сделать быстрыми, то есть прокачав себе там стойкость, прокачав себе силу и все такое. Можно ими быстро махать. Но тогда я просто тупо сделаю своего персонажа танка. Я не хочу быть танком. И долго придется качаться, чтобы этим мечом бить быстро. Бьет он, да, очень больно. Бьет очень больно. Но все же я люблю вот такие вот мечи. Не двуручные. Тем более мне мой иритильский меч очень нравится. Но я Крилеру оставлю на будущее. Просто так, походить, поугарать. Арбалет оставлю. Ага. Смотри-ка. Вот этот щит можно продать. А этот оставим. Так, дальше. Угу. Пошли доспехи. Ну смотри, здесь, например, 25 от яда, а здесь 31. Вот это можно продать. Нахер его. Пошел в жопу. Тут смотри, мороз 29, проклятие 25, вернее, мороз 12, проклятие 29. Здесь
Вот этот можно продать. Вот этот вот шлем можно продать. Он вообще бесполезный. Магия. Ну опять смотри, от молнии хорошо защищает. И от тьмы. Я думаю, что этот вот сет можно продать. Смотри, от дробящих мой костюм хуже. Но опять же, от рубящих у меня лучше. В общем, я продам вот этот сет. Он мне прям вообще не нравится. Да, он чуть-чуть лучше в плане там от яда и так далее. Ну, я продам. Зачем мне это? Эти вот штуки я оставлю, потому что здесь могут быть всякие боссы магии. Там, не знаю, твари какие-нибудь, которые там ядом плюются или еще чем-то. И поэтому вот такие вот доспехи лучше оставить и временно их надевать. То есть в тех или иных случаях они очень даже пригодятся. Поэтому вот такие вот доспехи я буду оставлять. А вот всякие вот такие вот, типа, северные перчатки, например. Перчатки из миры. Клирика. Так, это я вот северный, в общем, весь северный сет я продам. Так, у нас тут как обстоят дела? Штаны рабочего. Проклятие 39, мороз 28, яд 44. Вот смотри, от проклятия 39, а здесь вот 42. Штаны из миры 32. Мороз 20. Слушай, от всяких проклятий штаны рабочего лучше защищают, чем вот всякие вот такие вот крутые. Но это странно, очень странно. Можно продать кольца, например, увеличивает поглощение урона от огня. Нет, я это пока оставлю. Увеличивает сопротивляемость кровотечения, тоже оставлю. Я буду их просто чередовать, менять эти кольца, одевать, когда, где нужно. Ну и все. Мы не особо-то тут нажились. Купить предмет. Вот этот ключ прям меня на... В общем, сейчас мы прокачаемся. Не забудь принести побольше душ. Если у меня останется 1500 душ после прокачки, то, наверное, я куплю этот ключ. Если не останется, не куплю. Добро пожаловать домой. Чего ты желаешь? Желаю стать быстрее. Или же выносливее, так, повысить уровень. Очень хорошо. Тогда приказ... Ладно. 5000 стоит. 5000. Два пункта только всего лишь, что могу поднять. Хорошо, и даже у нас останется на ключик, кстати. Стойкость. На два пункта. На два пункта. Блин, хочу качать стойкость, серьезно. Очень хочу качать стойкость. Но также меня прям норовит прокачать немножко очки здоровья. Также хочется силу прокачать. У меня меньше всего силы. Может быть, силу прокачать? А? Так, смотри, у нас, в общем, правая рука 1, левая рука 2. Вернее, что я читаю? Левая рука 83, а правая рука 142. Правая рука 142. 43, 44. То есть всего лишь на 2 единицы, а это сильно играет роль, нет вообще? Вот защита у меня 100 стала. Или же все-таки прокачать жизненную силу, или же физическую мощь. 57, 58, блин, по 1 единице всего лишь добавляется, ё-моё. Что же делаем, ловкость? Ну-ка, 43 становится. Ха! Выгоднее-то нам качать, наверное, ловкость.
Да. Потому что, в принципе, здесь на одну единицу будет послабее, но зато у нас поднимутся такие показатели, как... А что у нас поднимется? Я даже не вижу особого-то... Нет, ловкость я пока не буду качать. В общем, смотри, либо силу, либо жизненная сила. Я, наверное, силу все-таки прокачаю. Хочу бить сильнее, еще сильнее, прям чтобы больно всем было. И у нас 2900 еще осталось. Да, да, вернее, для того, чтобы поднять еще на пункт, нам надо 6200. Охренеть, короче, как дорого все становится. Надеюсь, противники будут давать больше нам душ. Все хочется сказать, очков опыта. Пойдем покупать ключ, у нас остались деньги, кстати. Купить предмет. Пепел, не забудь принести побольше. Да-да-да. Что-нибудь новенькое есть? Кстати, да, я же какую-то транспозиционную печь нашел. Может быть, надо ему отдать это? А, какая встреча. Отрадно видеть тебя в добром здравии. Что я могу выковать для тебя сегодня? Я нашел транспозиционную печь. Починить снаряжение, распределить эстус, укрепить флягу с эстусом. А у меня есть? Нет? Нет. Говорить. А что за фигня-то, блин? Я же у этой гнилого дерева взял транспозиционную печь. Она же тебе нужна. Закалять. Нет, ну это я не буду закалять. Я могу закалить только клеймор? Как так? А укрепить оружие? Во, могу. Но нужен мерцающий титанит. Одна штука. Осколок титанита 2. В общем, нам нужен мерцающий титанит. Можем улучшить щит. Устойчивость 49 будет, да? А сейчас сколько устойчивости, интересно? У меня 11 осколков титанита. Блин. Ладно. И еще один момент. Так. Для пропитки с самоцветами нужен особый уголь. Мой скромный уголь не подойдет для пропитки редких самоцветов. Понимаю, стыдно, жуть. Только не надо на меня так. Хочешь верь, хочешь нет, но у меня, короче, есть уголь, да? Осторожно там. Обращайся с моим оружием достойно. Особый уголь. Это он имеет в виду вот это вот, что ли? Подожди, подожди. Вот. А, нет, это огненный самоцвет, это не уголь. Ему нужен уголь. А печь ему не нужна. Так, где это? Где транспозиционная печь? Где? Так, восстанавливает связь. Ну, что за язык, кстати? Свидетельство, что захватчик победил хозяина углей. Победил хозяина углей. Свидетельство, что захватчик победил хозяина углей. Не понял. Доказательство победы захватчика с красным оком над хозяином углей. Когда-то лишь одна группа захватчиков собирала языки жертв в качестве трофеев, чтобы поднести их своей безмолвной богине. Интересно, а что она делала с этими языками? Нет, я, конечно, догадываюсь, что, но, возможно, я ошибаюсь. Если тоже догадался, то ставь лайк. Ладно, пойдем, короче, мы сейчас в поселение нежити. Есть что-нибудь? Нет. Че, у меня ничего нету? Не сюда, а вот сюда. И... Откуда будет ближе? Вот отсюда будет ближе, на самом деле, вот. Безопаснее, тем более. Даже не то, что ближе, а скорее даже безопаснее.
А этот чувак с булавой-то не обидится, если я открою там эту дверь? Прикинь, если он обидится. Он же мне втащит нафиг. А у него вот видел, какая дурында в руках. Блин, будет обидно, если он обидится. Придется драться с ним. Но там столько блестяшек. Я думаю, что если я эту дверь открою, я попаду в эту самую яму. И соберу там все эти блестяшки. Ну, потому что больше я никаких вариантов не вижу, как попасть в эту яму. Либо спрыгну туда, но... Тогда я подыхаю. Хотя у меня сейчас очень много жизни, я сейчас возжегся. И, в принципе, можно попробовать спрыгнуть. Но прежде мы попробуем открыть... А давай сначала с ним поговорим, вдруг он что-нибудь скажет нам. Потерянная женщина. Она повторяется. Какая-то женщина потерянная. С этой стороны не открыть. А, с этой стороны не открыть? Блин, зачем я покупал этот ключ? Канализации. Че, может попробовать спрыгнуть? У меня сейчас очень много жизней. В принципе, могу и выжить. Или не стоит рисковать? Блин, а откуда этот ключ тогда? Это же здесь поселение, не жити. Может быть, там где-то крыса гребаная? Там тоже есть, кстати, закрытая дверь. Так. Ха, попал. Тварь попал. Давай, давай. Да. Ох ты ж твою мать. Нет, меч шикарный. Он еще какой-то критический урон, по-моему, наносит. Такой звук только потрескивающий иногда слышно. И прям очень много жизни у противника отнимает. Ну, по крайней мере, вот у него так было сейчас. Так, давай, давай. Смотри, раз, два, три. Во, слышал? Слышал, такой звук был? Какой-то вот такой вот. И у него сразу до хера жизни убавилось. Того мы оставим. Да твою мать. Какие же они быстрые, а? Блин, наотхватывал я, конечно. Так, песик, иди сюда. Давай, 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 давай. Некогда мне с тобой. Ём. Еще эта большая крыса гребаная. Но сейчас меч длинный, размашистые удары более такие. Да ладно! Блин, вот так вот зажмут твари и все, не выпускают. Где-то вот здесь была эта дверь. А, вот. Вот. Надеюсь, отсюда этот ключ. О! Точно! Ну, пойдем. Тут же сейчас, наверное, будет полно всяких крыс. О, блестяшка. Да. Жуткая. Так, повязка какая-то, набедренная повязка. Зачем она мне? О, блестяшка. Красная алебарда. Чё-то ни хрена. Никого нет. И ничего серьезного здесь не лежит. А-а-а, здрасте. Здрасте. Вы как вообще? Так, ладно, убивается легко. Хорошо. О, меч валяет, смотри. Свеженький меч. А, это твой меч. Ясно, понял. Да вы заколебали, слышь? Тихо, тихо. Да твою... Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Да сколько ж вас тут-то, ё-моё. Да ё... Да больно. Пока не размахивайте, я их кончаю. Так. Прелая смола. Туда можем пролезть? Или оттуда чем сейчас вылезет? Ну или потом вылезет. На обратном пути.
Ну вот. Хоть что-то похожее, да, на живое. Да серьезно, блин. Еще так голову вставляет. Да ты ж. Есть что, нет? Ничего нет. Это скелеты, да? И все? Песик. Песик, ты что застрял? А там смотри, 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 там черепашечка. Не-не-не-не, не уходи, не уходи, не уходи. Не уходи. Да ё-моё. Тяжелый самоцвет. Хорошо. Осколки-то не то. Ау! Он еще и выжил, понял? После такого падения, охренеть. Крепкий парень. Не-не-не-не-не-не. Вот и все. Очень легко гасится. Если не жадничать, не тупить, то эти твари гасятся просто на раз-два. Ладно, Петик, дай я тебя спас. Я хотел тебя спасти, а ты взял и ушел, дурачок. И все. Давай. Раз. Давай. Раз. Все. Все, ты спасен. Больше не страдаешь. Здесь больше ничего нет, прикинь. Ну да, мы взяли всякие там цитониты классные. О, тихо, интересно. Интересно. Надеюсь, что-нибудь стоящее. Сразу убираем, чтобы не было перевеса. Да что я делаю, ё-моё, вот же. Освещенный красно-белый щит, плюс один. Так, тут тоже у нас какой-то проход есть. Крыска, иди нахер. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, это что такое? Твою мать! Завалили, прикинь. Твари завалили. Они здесь, видимо, бесконечно вылазят. Ох ты ж твою мать. Не, я телепортнусь сейчас. Я сейчас телепортнусь. Вот сюда. И отсюда мы сейчас просто я сейчас пробегу через этот через эти тоннели. Я не буду ни с кем там драться. Блин, у меня жизни уменьшились. Печально. Так, все. Просто бежим отсюда. Нет, не туда. Ни на кого не обращаем внимания, просто валим. А, ну здесь тупик, да. Но здесь все осмотрел было. Идите нахер, идите нахер. Не-не-не-не-не, не хочу я с вами играть. Делитесь между собой. Да ладно! Идите в жопу все. Мне мои души нужны. Гребаная крыса. Там я вижу лестницу, кстати. Блин, все равно цапнула тварь.
Опять всякие скелеты будут. Здрасте, а вы кто? Ну, это свой. Можно пообщаться. А кто там? Я. Там кто-то есть? Ты что, не видишь, что ли? Она слепая? А эта темнота повсюду. Она пожирает мою плоть. Маленькие существа. Они кусают и кусают. И чё? Прошу, вытяни руку. Коснись меня. Хорошо. Ах, да. Я чувствую. Так близко, да. Значит, я все-таки еще не одна. Моли милосердных богов. Мольба. Она отсюда не может уйти из-за этих крыс, что ли? Они ее кусают? Надо этих крыс убить нахрен. Так, а тут закрыто, наверное. А, уже открыто. Слышь, можно уходить? Можно? Тебя крысы не будут кусать. Погоди-ка. А, так вот он про кого говорил-то, блин. Он ее здесь запер, короче, и не выпускал. Ох, прости меня. Я Ирина из Карима. Меня привезли сюда, чтобы сделать хранительницей огня. Твое прикосновение вырвало меня из рук тьмы. Это ведь ты чемпион, да? Я слаба. Я не смогу хранить пламя. Но если это не доставит тебе слишком много хлопот, может, я могла бы тебе служить? Ну, давай, служи. Лучше, чем здесь валяться, да? Ох, спасибо тебе. Я принесу обед. Я, Ирина из Карима, торжественно клянусь служить тебе. Сейчас этот парень будет вообще недоволен. Он сейчас будет пипец как недоволен. В общем, нас ждет сейчас битва. Но я не против его прикончить за то, что он девушку держал в заточении, тем более слепую, понял? С одной стороны, крысами обложил. Ну, то есть он в такое место ее положил, чтобы она не смогла убежать, ее там крысы кусали. А с другой стороны, он закрыл дверь. Ты вообще как посмел, слышь? Тебе захотелось ее спасти, не так ли? Конечно. Как оригинально. Конечно. Для тех, кому нельзя помочь. Можно. Всем можно помочь. Тебе весело, да? Сейчас драться будем, подожди. Ну что ж, мне все равно надоело за ней присматривать. Я Эйгон, рыцарь из Карима. Я буду твоим союзником, пока Чего? Ты будешь охранять ее. Но не дольше. А, то есть он не обиделся? В чем дело? Мои условия просты. Я буду твоим союзником, пока ты будешь охранять... Но не... Странная херня. А я думал, сейчас драться будем. Ну, ладно. Ну что, все. Эта локация полностью, я так полагаю, изучена. Можно отсюда теперь валить. Путь. Как там назывался-то? Как там эта локация внизу называлась? Я забыл. Путь жертв, по-моему. Да уж. Меня знаешь, что здесь бесит? То, что очень большие паузы между фразами. То есть он из точки запятые всякие тоже очень долго длятся. Ну, эти промежутки. А здесь у нас довольно сложные противники. Мы одного в прошлой серии опробовали. И он оказался довольно мощным, страшным, очень ублюдским, мерзким, противным. И вот он. Сейчас смотри, что будет.
Сейчас смотри. Если ты не видел в прошлой серии, то сейчас смотри. А чё ты? Давай. Давай, мутируй, тварь. Ну, ты будешь... Во, смотри, ублюдина какая, тварь. Смотри, что делает. Смотри, видишь, какая бешеная тварь. Но не такая сложная, как те чуваки с чанами. И чё здесь? Ничего, ладно. Тихо, не упади. Ой, еще один такой парень. Ой, там блестяшка еще. Ну давай. И раз. Блин, на жизни потратились. И что ты тут охранял? Камень утраты. Интересно, что это такое? Не туда все время захожу. Камень утраты. Где он? Вот. Убрать закалку с оружия. Измененный титанит, также известен как пустой камень, обращает вспять закаливание оружия. Позволяет снять эффекты закаливания без потери уровня укрепления. О. То есть я могу, если вдруг что, типа... обратно вытащить все эти мерцающие титаниты и тому подобное. И потом применить их на что-то другое, например. Блестяшка. Давай сначала здесь наверх сходим. Ой, здрасте. Очень хорошо. Дашь мне что-нибудь? О, смотри-ка, дал. Тесак демона-ворона. А, ты типа демон-ворон. Ну, ты похож на демона-ворона. О, смотри, там блестяшка. Далеко так. А здесь не спуститься. Обойдусь, да? Ладно. Опа, их тут двое. Ну что, с двумя справимся? В принципе, да. О! Еще и кровотечение мне сделал, свой. Твою мать! Что там? Что там за звук сзади? Ты кто? У тебя палка-вонялка, что ли? Смотри. Раз. А что это вонялка делает? Ну-ка так просто проверим. Понятно. Вызывает отравление, причем очень быстро так. Это яд. А можно обойти как-то? Не надо мне. Ох, огнем. Молодец. Хотя мало дамажит. Огонь его мало дамажит. Чего? Да пошел ты нахер, слышишь? Бешеный. Тварюга. Все? Так, вон там тоже чувак с палкой-вонялкой. Там что-то есть, куда-то можно спрыгнуть. Там на мосту кто-то. Тут что-то наверху слышно. Какие-то шаги. Вот, там что-то светится. Наверное, с этой стороны можно это взять. Блин, если я здесь прыгну, то обратно пути уже не будет. Ладно, хрен с ним. Будем прыгать. А нам потому что больше некуда идти. Бля, стяжка. Как тебя взять, бля, стяжка? Ладно, потом решим. Так. Тут на мосту кто-то был. О. Ага, понял. Давай, иди сюда. Иди сюда быстро. Нефиг.
Пока он мутирует, мы быстренько его гасим. Это вот на самом деле нам сильно упрощает задачу, ну, осколок титанита. Я так прямо с радостью собираю эти осколки титанита, но при этом еще ни разу не использовал. Потому что у меня в руках меч, который не закаливается, видимо, титанитом. Его надо закаливать мерцающим титанитом, потому что он магический. Так, мы можем пойти туда, а можем пойти вот сюда. Я здесь видел какую-то... Да, пещеру, вот, пещера. Болястяжка, хорошо. Топор. Здрасте, ты кто? Ты ведь не друг, да? Нет, это не друг. Это чувак из семейства Папандополов. Это Папандопола, как тот чувак, который в самом начале около храма огня был. Ё-моё. Сейчас будут у нас проблемы. Значит, более крутой, прокачанный. Ох, он еще и говном кидает. Серьезно? Так. Оп, оп. Оу. Оу. Лучше сейчас было пить эстус. Вот сейчас надо было пить эстус. Вот хорошо, что я сбиваю его. А-а-а! Вот сейчас точно надо пить эстус. Вот это очень хорошо, что я сбиваю его концентрацию, когда это... Обью. Да ё-моё. Ты слишком ловкий для своей массы. А, так он херня, надо его просто молотить и все. Ух, блин. Мешочки со своим поносом меня кидает. Ну, очень похоже на то, что в этих мешочках у него понос. Так, нож мясника. Мясник. Говнюк он, а не мясник, блин. Папандопола сраный. И что тут охранял такое? Капюшон разбойника. Понятно, короче. Разбойничьи доспехи, но, блин, это вообще не мое. Они слабые. Эти разбойничьи, так, кинжал разбойника. Но, скорее всего, эти доспехи разбойника хорошо, наверное, защищают от ядов каких-нибудь там, от отравлений. Давай посмотрим. Так, доспехи разбойника. Яд 59, а проклятие 37. Нет, ну вот, например, одеяние из миры лучше. 54 мороз, проклятие 60. Ну вот от мороза... От мороза лучше защищает. В общем, херня, можно продать. Эти доспехи можно продать. И все, да? Погоди-ка, я здесь еще где-то видел. Вот в этом районе я видел блестяшку. Сейчас тебе покажу. Если я ее взял, то я молодец, значит взял. А если не взял, то, блин, плохо. А, взял. Взял блестяшку. Она вот здесь вот видна была. Отлично. Отлично, отлично. Идем теперь на мост. Вон там тоже можно, по-моему, куда-то идти, да? Но, блин, здесь надо спрыгнуть. Может быть, как-нибудь оттуда можно обойти. Туда иди. Так. О, еще один. Нихер. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, не надо, не надо, не надо. Давай, 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 давай. Раз, два, три, четыре. Готов. Там еще есть, там еще есть, я видел. За деревом там прячется вон. Ой, да ты заколебал своей палкой, вонялка, все равно ты не можешь на меня достать. Вот сейчас будет очень больно, вот сейчас будет очень неприятно. Хотя бы одного завалить сначала. Все, теперь пьем эстус. Пьем эстус, все хорошо, замечательно. Орет и орет, орет и орет, вот ведь заколебал. Есть еще кто-нибудь? Есть. О, красноглазик. Ты откуда спрыгнул? Почему у тебя глаза красные? Почему у других не красные, а у тебя красные? Он убивает все равно так же. Я думал, он посложнее будет, раз у него глаза красные, но нет. Такой же... О, так, быстро, 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 пока еще не навонял. Все, готов. Дай что-нибудь. Туда уходи. Раз ничего не дашь, уходи. Уголь. Хорошо.
Ничего. Я там видел вот этот проход. И, скорее всего, туда можно попасть какой-то... Нет? Не отсюда, что ли? Ну, там же четко видно, смотри. Вон блестяшка. Вот, поднимается туда. Блин, неужели придется прыгать? А это больно прыгать сюда? Че, вон я слышу собак. Ну давай спрыгнем, что ли. Будет больно, так будет больно, че, хрен с ним. Да, очень больно. Ха-ха, песик тупой. Нихера себе, песик, ты че, чем блеванул-то? Необычный песик, смотри, у него еще живот какой, смотри. Сейчас еще лопнет, блин, ну его нафиг. Нет, не взрывается? Уходи. Уходи, песик. Уходи. У него в животе яд. Кольцо Морна. Интересно. Священный фолиант из Карима. Из Карима, это же оттуда, где эта девочка и этот рыцарь. Опять. А, ну да, да, все нормально. Так, давай посмотрим, что за кольцо. Усиливает чудеса. Ну, чудеса я никогда не собираюсь делать. И что за фолиант? Наверное, это вот здесь вот будет лежать. Да. Изучить высшие чудеса Карима. Использовать, оставить выбранное. Может быть, надо этой девочке отдать? Тут можно спрыгнуть? Ну, разве что, если только самоубийца. Ну все? Здесь больше ничего нет, что ли? А без потерь жизни сюда можно было вообще попасть, нет? Видимо, нет. Ну, здесь вроде я все посмотрел, да? Идем дальше. Нихера себе. Ты смотри, какой вид. Обалдеть. Опа. Костер. И два чувака. Но не могут же враги находиться около костра, правильно? Скорее всего, это свои. Ну, на всякий случай мы щит подготовим. Кто сдох? Кто сдох сейчас? Мне душу дали, кто сдох? Ребят, вы же свои, да? Синие стражи. Что с тобой? Понятно, ты не хочешь разговаривать. Ты тоже такой же? О, привет. А, это девочка? Как поживаешь? Я Анри из Асторы. Тоже из Негорящих, как и ты. Это Гораций, мой друг и спутник. Ты тоже ищешь повелителей пепла? Мы на середине пути жертв. Под нами лес мучений. За затопленными лесами находится цитадель Фарана, а в ней легион нежити. Еще дальше — храм глубин. Мы ищем храм, в котором живет мрачный Олдрик. Возможно, наши пути сейчас разойдутся, но наша цель — поиск повелителей. В следующий раз, когда наши пути пересекутся, вероятно, мы сможем друг другу помочь. Да осветит пламя твой путь. Угу. Ах, да, Гораций. Он не очень разговорчив. По-моему, вообще не разговорчив. Но не осуждай его. Он самоотверженный, добрый рыцарь. Чудесный соратник в нелегком путешествии. Без его помощи я бы уже давно прокляла это мучительное дело. Мы на середине пути жертв. Без мучений. Цитадель Фарона. А в ней и храм глубин. Возможно, да, светит.
Я так полагаю, что все эти места мы с вами посетим. Ну а сейчас. Эрос. Идвес. Идем в лес мучений. Ё-моё. Охренеть. Чё за звуки? Это чё за брачный период китов, блин? Чё за звук? Что-то очень большое и страшное там. Тут где-то, да? Это вы такие звуки, что ли, издаете? Зомбари. Это какие-то... Да, это они. А звучат так, как будто я не знаю, блин. Чего, 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 чего? Воу-воу-воу, нифига он. Еще и крепкий какой. На-ка. Блин, крепкие какие, а. Еще и с деревьями ходят, понял? Три удара еще надо наносить. Охренел. Так, тут что? Тут можно спрыгнуть. Но пока не знаю. Хочу пойти туда. Хочу пойти сюда. Нихера их тут. Собака и что-то он там блестяшку пытается выкопать, что ли. Непонятно, ладно, потом. Тут ничего. Что это такое? Что там такое черненькое? И что такое? О, у тебя писюн видно. Смотри, там писюн видно. Ой-ой-ой, воняет. Смотри, вон, писюн же у него. Это грибы с писюнами и с ногами. Убивается очень легко. Это уже хорошо. Так, блестяшка. Осколки-то нету, замечательно. Оп, 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 побежал парень, побежал. Это грибочки там, да? Так топают, да. Ой-ой-ой-ой-ой, чё? Тихо, тихо! Чё они там такое охраняют, эти грибочки? Хрен тебе. Да ё-моё! Ты сдох, лежит уже. Сдох, наконец-то. Щит. Щит нашел, щит какой-то. Так, ребятки, ну-ка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Траванули, траванули, твари. Траванули. Ё-моё! Да что ж ты будешь делать-то? Чё вас-то так много-то? Ой, я ещё себя аж в угол зажал, нет? Всё нормально. Нихера себе! Охренеть! Жестко, слушай, жестко. Надо быть поаккуратнее. Сюда. Давай, 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 давай. Раз, два. Твою мать. Они крепкие, понял? Я у них даже концентрацию не могу сбить. А нет, могу. Но все равно, если он решил втащить, то он втащит. Сколько бы я его ни бил. Я, наверное, пойду по этому же пути. Потому что там... Потому что там, короче, там. Там я не взял одну блестяшку.
которую охраняли грибочки. Мне пришлось убежать, отступить, так сказать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, все, отравление. Отравление. У меня медленно жизни кончаются. Иди ты нахер, слышишь, тварь? Пестус. Если я сейчас подохну, то я потеряю 7000 душ. А это очень печально. Так, тут есть чувак. Где-то чувак есть. Вот он. Бей, бей. Все, сдохли. Что охраняли? Осколки-то не охраняли. Что тут встал? Что тут встал? Сдохни, тварь. Ой! Так я пришел к своим душам. Я думал, надо идти далеко-далеко, оказывается, они тут рядом совсем. Тут где-то песик был. И смотри-ка, мы еще сюда можем пойти. А здесь что? Так, двое парней. Двое парней — это не проблема. Раз, два, три, уворот. Раз, два и три. Отлично. Готов. Но! Можно пойти вот туда. Но я пока туда не пойду. Надо здесь хорошенько все осмотреть. Я здесь. Пойдем. Молодец. Просится путь. Да, нет, не молодец. Тихо, 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 тихо. Пьем. Пьем, пьем, пьем. О, уже псина подключилась. Че ты подключилась, а, тварь? Еще одна псина там была. Вмешивается в дела мужские, блин, тварь. Ух, забираем наши души. Раз. Угу. Хорошо. Так. Трое. Трое — вот это уже проблема, я думаю. Двое — не проблема, а вот трое, я думаю, что проблема. Кстати, у меня отравление кончается. У меня отравление кончается. Ох ты ж твою мать! Сейчас опять души здесь ставлю. Да черт тебя дери. Отлично. Ты че на дерево-то наехал, дурак? Я вот. Ох, зомби, ох, зомби. А тут по воде можно ходить? Можно, тут не глубоко. О, блестяшка даже есть, смотри. Чего, 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 чего? Что за звуки? Твою мать, что за хрень? Так, ладно, молодец, выбил у меня всю стамину, но... Отлично. Так. Вот этот парень... Ой, ты, какие маленькие еще крабики есть. Смотри, большой скраб, а есть маленькие крабики. Там вон еще один. Тихо. Тихо, твою мать. Че, попробуем? Блин, я так далеко шел. И сейчас так сдохнуть. Чувствую, что я не справлюсь с этой тварью. Он ведь еще и крепкий. У него же панцирь. Ох, сейчас они вместе меня сейчас так быстро, быстро, быстро. Раз, два, три. Не, он передумал, все хорошо. Все хорошо, он передумал. А что, я уже практически обратно вернулся, да? Практически с самого начала. Песик. Сюда иди. Молодец. Оу! Оу!
Титанит, хорошо. Тут тоже что-то есть. Краб есть большой? Вон там, вдалеке они. Тут что? Грибочки. Грибочки. Раз, два. Так, грибочки. Ты кто? Ты кто? Нихера себе, он верующий какой-то. Не надо, не надо. Не надо. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо, парень, ты чё? Цапнул так, а? Кислорода-то хапнул, видал? Брюман. Так, ребятки, тихо. Вот того чудика, ну, ту тварь, можно спутать вот с такой штукой. Поэтому надо быть внимательней. Они вот как-то сливаются, видимо, с такой штукой. Ну, вот с такими вот крестами. Вот, пожалуйста. За деревом прятался, сволочь. А Б, кстати, ему вряд ли сделаешь. У него в спину защищает этот крест огромный. А! Вот сволота, а! И никак не отразишь это, не блокируешь этот удар. Да куда ты нацелился? Ты на него нацелься. Он на крабика нацелился. Было, и поэтому я немножко просрал. Да ты заколебал, слышь? Сдохни уже. Ну что ты идешь? Что ты идешь? Что тебе надо? А, ты с мамочкой или с папочкой пришел? Не надо. Так. Ну, тут явно закрыто. Из них же какой-то титанит выпадает, по-моему. Вот эти тик. Я их называю собаками, а на самом деле это оказывается ящерицы. Ну не открыть, не открыть с этой стороны, тем более, то есть даже ключ не поможет. Тут. Сначала здесь посмотрим, потом там посмотрим. Что такое? Кто-то есть, что ли? Ну, пожалуйста. Шлем наемника, понятно. Кто здесь? Опа! Вот это ферзь. А у меня, короче, жизни, ё-моё. Совсем ничего. Но! И у меня еще 11 тысяч душ. Блин, если я их сейчас просру здесь, потом... Ну, в принципе, я сюда смогу прийти. Смогу прийти забрать. Можно попробовать этого парня. Так, можно его попробовать убить сзади. Если здесь никого больше нет. О, здесь есть блестяшка. А может, ну его нафиг? Просто уйдем и все. Вон блестяшка, смотри. Уголь фарона. Специальные угли. Помните, сказал кузнец? Наверное, вот эти угли-то ему и нужны. Вот эти вот специальные угли. Теперь он сможет мне там что-то делать. Так. Тихонько идем. Сделаем ему бэкстейдж и посмотрим вообще, насколько он крепкий парень. Меч у него огромный, доспехи у него шикарные. Выглядит просто потрясающий парень. Так. Парень, все, понял я тебя. Но я его так неплохо задамажил. Опа, опа. Блин, не достал. О, вот это удар был. Удар чемпиона прям. Тихо, тихо. Оу, есть. Оп. Нет, твою мать, а.
Так, меня немножко телефонным звонком отвлекли, поэтому... Чё? Идем забирать души и убивать того здорового парня? Тут где-то можно было спрыгнуть, да. Можно вот так вот сократить путь. Смотри, блестяшка. Тут будет песик, скорее всего, нет? А, нет, мы сразу пришли к этому зубастому парню. Ох ты, нифига себе! Они еще друг в друга встраиваться могут, прикинь? Смотри, тут групповуха была. Эй, сюда, давай. Нифига сидеть тут. Думаешь, я тебя не знаю, что ли? Ага, конечно. Угу, давай. Нет! Твою мать! Все равно достает, прям. Он очень далеко хватает. Блюдина! Так, тут еще один. Ну че ты, давай. Я думаю, что тебе не знаю, что ли? Молодец. Хрен тебе, понял? Ага. Вот так. Отдыхай. Дай что-нибудь. Ничего не дал, сволочь. Идем к рыцарю. Идем к рыцарю, мочим этого рыцаря. Он прям меня разодорил. Слишком он крутой, чтобы его вот так вот просто оставить. Но! Прежде надо взять души свои. Поэтому мы также тихонько сзади нападем на него. Но у него преимущество, у него доспехи круче, чем мои. Так, все. Он больше сюда не смотрит. Надо, короче, сразу делать что-нибудь мощное ему. О-хо-хо-хо! Сделал я. Я сделал мощно, ага. Сразу отхватил в ответку. Ух, хорошо его заморозил, а? Не надо! Ух ты, твою мать! Один удар, все. Пей! А! Один удар, и все. Или мне один удар, или ему. Ха, только теперь ему. Ха-ха-ха! Все? Просто завалили и все? И ничего не получили в ответ? Никаких супер доспех, ничего, да? Печально. Здесь я уже все смотрел, да? Вот там что-то блестит, блин. Ну, туда точно не попасть. Или это просто свет падает? Скорее всего, просто свет падает. Ну и все, что ли? Блин. А я так думал, что сейчас что-нибудь такое получу. Прямо ключи и думал... А, нет, да. Сюда ключи точно не нужны. Тут надо с той стороны как-то открыть. Как-то с той стороны туда попасть. Как? Не знаю. Здесь вот ничего нет. Вот туда надо попасть. Как туда попасть, понятия не имею. Че ты сюда смотришь, блин, тварь? Может рискнуть сразиться с такой вот хренью? Посмотреть вообще, как это. Ну интересно же. О, блестяшка. Зеленый свет. Хорошо. Блин, тут эти еще. Так, мелкие, не мешайте нам. Тут сейчас большие дяди будут драться. О! Старается. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Такой большой, двигается так быстро. Он своих же гасит, придурок. Надо, короче, пристраиваться к нему в жопу. Оу! Блин, вот деревья немножко мешают. Блин.
по жопе. Куда? Куда? Твою мать, куда? Нифига он себе жизни восстановил, понял? Он нырнул и жизни восстановил. Так, нечестно. Сейчас такое было? Сейчас что такое было? Что за сальто было такое? Вот деревья очень сильно мешают мне. Уворот! Твою мать, не могу никак увернуться нормально. Деревья гребаные! Да не уходи ты, блин, твою мать! Этот мелкий, вот эти мелкие бесят. Отвлекают только. Опять он, короче, это, восстановит весь жизнь, смотри. Ты очень нечестный боец. Да-да-да, плюс своей водичкой. Ой-ой-ой. Да ёпперный театр. Тут надо такое, чтобы деревьев не было. А что такое-то? Ты чё так медленно? Я не успеваю от него вернуться, прикинь. Ой, почему я так сделал? Сложный тип, очень сложный тип. Очень сложный тип врагов. У меня ж там души остались, твою мать. Да. О, пёсик. Все, меня сейчас убьют. Пей. Да, твою мать. Три удара всего. Все. И что ты мне оставил? Осколок титанита. Он щедлый парень. Щедлый парень. Где мои души? Пошел нахер. Говно. Вот мои души. Да тихо, я души свои заберу. Уйду я отсюда уже. Ой, здесь глубоко оказывается. Поэтому я там тупил. Ну же, может быть, еще раз попробовать? Просто там, где помельче. Вот где-нибудь вот здесь вот. А да, здесь сразимся. Да блин. Вот. Ну давай. О, заморозил. Ну давай. Опа, хрен тебе. Так, пока он там делает свое дело, я делаю свое. О! Я его оглушил, блин! Еще пару ударов. Еще один удар и все. Дайте сколько-нибудь. Кольцо Великой Топи. А, он меня водой обрызгал прям. Что за кольцо Великой Топи?
Увеличивает, усиливает пиромантию. Ну, мне это не надо. Лучше бы, не знаю, там, сделала бы, чтобы я в воде быстрее ходил, не знаю. Тут еще один такой, кстати, есть. Может быть, тоже его вольнуть? Ну или нахер? Они же по-любому многоразовые. Ну, в смысле, я сейчас, если отдохну у костра, то он опять восстановится. Это не босс какой-то. Это, по-моему, порезвее, да? Водичка, не надо меня брызгать, я потом стану медленней. Вообще, короче, на раз-два гасится, прикинь. Вообще, это вообще не проблема. Теперь свободно можно взять блестяшки. Ну как свободно? Давай, давай. Тут их аж два. Книга о пиромантии, видимо, великой топи. И капюшон знахаря. Хорошо. А есть еще что-нибудь? А почему эти деревья так подсвечены? Что это значит? Это что-то значит или что? Ну давай, давай, выходи из этой. Херни, все, вышел. Мелкие, тихо. Ой, ништяк. Еще блестяшка. Шлем. Падшего рыцаря, доспехи падшего... Нифига себе, падший рыцарь какой-то. Хорошо. Посмотрим. Звучит интересно, падший рыцарь. Ой, там что-то... Подожди. Подожди, мне показалось... Вот. Не, подожди, 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 подожди. Сначала здесь. Вон сколько блестяшек. Вон блестяшка. Вон блестяшка. Угу, большая душа. А, то есть эту блестяшку не взять, да? Кто там ходит? Вот это, мне кажется, нехорошие парни. Эти парни не свои. Они не за нас. Кто за нас не ходят, они стоят. Тут двое еще такие здоровые, смотри. У меня три. Три. Так, 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 так. Опа, опа, какой резвый. Ой, 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 ой. Ой, какой резвый. Ой, 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 нихера он тут наворачивает. Блин, дерево. Дерево, тебе повезло. Тебе помогло дерево. Ты чё? Хрен, не надо пинать. Если он мне пнет, то мне хана. Оу! Как я такой, а? Вот это вот вообще нечестно, слышь? Пошли вы нахер! Я потом к вам приду. Пошли вы в жопу. Убегаем, 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 убегаем. Прям далеко, 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 далеко. Чтоб они меня забыли нафиг. Забыли, нет меня? Ой, зомбари гребаные, идите нахер. Ё-моё, твою мать! Твою мать! Ай, ай, ай-ай-ай! Чё, они забыли меня, нет? О, надо вернуться к костру, короче. Я чувствую, что надо вернуться к костру сначала. Восполнить все свои эстусы и тому подобное. Потом, так, без
палевно к ним прибежать, к этим парням, и дать им просраться как следует. Да ладно, вот кого-то я не хотел, так... Ха-ха, блин, сейчас... Ладно, у меня один искус есть. Вот и все. Слушай, какие они щедрые на титаниты, блин. Ну, раз уж мы здесь оказались, давай здесь посмотрим внимательно все. А, блин, к костру сейчас возвращаться. Столько идти, блин. Ага, вот же костер, ё-моё, смотри. Вот это вообще прям повезло. Прям так в тему этот костер здесь вообще. Все, ребятки. Ох, все. Так, посмотри, восстановились, да, вот эти парни? Вот эти парни восстановились. Но я так понял, что они на берег не ходят. Они только по воде перемещаются. Поэтому на берегу они нам вообще не страшны. Пошел нахер. Пошел нахер. Пошел нахер. Пошел нахер. Вот этих чуваков надо как-то поодиночке выцепить, потому что они вдвоем вообще очень сложные. Поодиночке их можно выцепить следующим образом. И драться с ними где-то вот здесь вот. Чтоб второй не заметил. Вот так вот встать, короче. Вот так вот взять, вот так вот сделать. Вот так, главное потом не забыть убрать. Главное не забыть убрать. А иначе будет тяжело кувыркаться. Так, так. Этот чувак с дубиной, смотри какой. Еще и глаза у него горят. Так, ладно, пока, пока, пока терпимо. Оу! Чего, 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 это бесо... это самое. Би-би-би-би. Взбесился. Ну иди сюда, давай. Сюда, сюда. Не надо меня к своему дружку подманивать. Не хочу. Не хочу. Не пойду я туда. Здесь буду с тобой драться. Только здесь. Я здесь. Че там какие-то движения делают очень странные. Твою мать! Так почему ты не уворачиваешься-то, я не понял? Надо не жадничать. Главное не жадничать. Тогда все нормально будет. Что ты делаешь? Не надо делать то, что ты делаешь. Вот ублюдина. Да ты заколебал, слышь? Заколебал, а? Придумал он. А где твой друг-то вообще? Где его друг? Ты что, друга потерял, что ли? А, вот он. Ты пока там сикал, какал, дрочил, я не знаю. Я убил твоего друга, короче. Не надо пинаться, вот это я сам могу пинаться, если что. Ух ты какой, а. Этот порезвее, по-моему. Нормально. Вот поэтому я не люблю, когда они пинаются. Потому что я знаю, что это такое, потому что я сам так умею. Ах, заморозить надо было его, заморозить. Эй, а почему? Опять смотри, пнул. Опять сволочь пнул. Да что ж ты будешь делать-то, а? Это покруче, чем тот с дубиной.
Ох, заморозил. Хорошо, хорошо. Да ты заколебал, слышь? Давай сюда. Нефиг там к деревьям уходить. Ох! Хорошо. Да самое, ну, я не знаю. Я не знаю, что сказать. Он прям реально меня бесит. Не знаю, как к нему подступиться. Че, порожняк? Оу! Все, готов. Ты что мне дашь? Меч? Дурочный меч изгнанника. И что же вы там такое охраняли, интересно? Ох. Так, вижу блестяшку и... Лестница вниз. Ну, сначала возьмем блестяшку. А тут нет третьего случайно у них товарища. Кость возвращения, хорошо. А, ну понял, это, в общем, вот там стоял рыцарь. Он и стоит там, вообще-то. Скорее всего, не одноразовый тот рыцарь. Но тем временем у нас почти есть души на тот самый ключик. Осталось совсем чуть-чуть. Что тут у нас внизу? Что здесь? Что здесь? Что здесь? Что за мерзкие звуки? А, тут костер. Слушай, а если я сейчас отдохну у костра? А, те парни восстановятся? Да вряд ли. Цитадель Фарона. Это вы такие мерзкие, да? Звучите так мерзко. Затушите три пламени и откройте дверь к волчьей крови. Сейчас они приблизятся, короче, и в чем-нибудь страшное мутируют. А, вы говном плюетесь. Тихо, тихо, тихо. А что такое? Что такое? В смысле, почему я отравлюсь? Ну-ка. Это яд. Это все яд здесь. Ясно. В общем, нам здесь пока не место. Нам здесь пока делать нечего. Мы пока сюда не пойдем. Ну его нафиг. У нас там наверху есть что посмотреть. Так что там наверху все посмотрим. Потом пойдем сюда. Ну, блин, что так долго? Очень. Спускался быстро. Поднимается долго. Ну, наконец-то. Видишь, парни. Поворачивай назад. В смысле поворачивай назад? Путь жертв. Вот, мы тут еще не все посмотрели. Какой нахрен там болото всякие там ядовитые. Вон там блестяшка лежит, например. Почему я в прошлый раз не видел эту блестяшку? Вон там какой-то проход есть. Пойдем-ка в этот проход зайдем. Зеленый свет. Да, два зеленых света получил, представляешь? Что здесь вот? О, блестяшки. Опа, парень, понял. А ты в курсе, что я очень крут, нет? Он не в курсе, что я очень крут. Ах ты ж твою мать, ты втащил мне разок, да? И еще разок втащил, еще разок. Ё-моё, он почти меня убил. Ты смотри. Я говорю, я очень крут, и смотри, чуть не убил. Эта тварь чуть не убила меня. Ну, потому что я расслабился, потому что я подумал, что я очень... Кольцо мудреца. Но это явно кольцо мне очень понадобится, потому что реально я капюшон чародея. Потому что, ну, блин, мне мудрости бы не помешало здесь, да. Но кольцо мудреца, скорее всего, это что-то опять связанное с магией там и все такое. А мне это не особо интересно. Ускоряет использование заклинаний, да?
Ой-о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 й. Там я кое-что еще видел, поэтому сейчас мы немножко назад вернемся. Потом. Потом. Потом мы пойдем чуть дальше. Песик, отстань. Будем драться около костра. Ай, ай, ай. Ай, 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 ай. Все. И восстанавливаем все дело. И идем теперь вот туда. Вот сюда. Здесь сейчас будет кусака. Да ё-моё, а! Теперь моя очередь, тварь. Ой, я же забыл это. Чё ж я тебе так просирать-то стал, а? Ты же фуфло! Говно, а? Пьем на всякий случай. Уголь. Он еще один такой же, смотри. И что ты здесь сидишь? Ну-ка сдохни. Надо ворачиваться. Пошел ты в жопу. Ты увернешься, нет, когда-нибудь уже? Дай что-нибудь. Ничего не дал. Тут что у нас? Ой, парнишки. А вы спрыгивать умеете? Да, видимо, умеют. Ау! Ау! Осколок Эстуса, отлично! Ну, давай немножко здесь посмотрим. Вон там что-то есть, но подожди пока. Сначала обойдем. Опа! Раз. Угу. Ну-ка, иди сюда. Оп. Хорошо. А, так это я понял. Сейчас зайдем в ту дырочку. Там просто очень много кто-то дышит. О, нифига себе, смотри. У гриба ноги появились, руки появились. Вон там наверху, смотри, стоит в шляпе какой-то чувак. А чё? Может быть, без палева тебя можно? Хорошо. Есть что-нибудь? Чё такое? Чё за звуки? А чё вы все такие спите-то? Чё такое? Чё так? Оу! Слушай, ты не хватило у меня немножко? Ты кто? Макс, что ли? Понял, маги какие-то пошли. Посох еретика. Какие-то маги, понял? Маги, прям настоящие маги. В общем, знаешь что? Давай, короче, я сейчас обратно вернусь к костру. И мы уже пойдем вот эту локацию исследовать в следующей серии. Ну а сейчас, друзья, надеюсь, вам понравилось. Если вам понравилось, то обязательно ставьте лайк. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь, комментируйте. А с вами был Джекман, желаю всем всего самого наилучшего. До новых встреч.